очень приятно здесь быть второй раз. И опять по замечательному театральному поводу. Это действительно большое дело. И я бесконечно рад, что то, что мы придумали и задумали постановку этой оперы чуть больше года назад с Алиной Федоровной, когда мы разговаривали о каком-то театральном продолжении дела в Центре науки и культуры. Я рад, что у нас сейчас это все получается. В подготовке оперного спектакля очень много нюансов, которые ставят в тупик даже подготовленных людей, но у нас пока всего очень хорошо получается. Хотел бы отметить, что это не только постановка оперы «Медведь», но это открытие международного театрального сезона на Кипре, российского сезона здесь, с постановкой крупных театральных, в общем, представлений, и я надеюсь, это вызовет большой интерес. Начнем мы с оперы, как было сказано, «Медведь». И особенность этой оперы заключается в том, что это один из первых опытов производства музыкально-театрального произведения при ведущей роли и заган наших учреждений, и коллективов с Кипра, России и Греции. В опере, конечно, на первом месте задействован российский режиссер Василий Бархатов, российские солисты, включая нашу любимую Дарью Давыдову, кипрский дирижер и кипрско-греческий симфонический оркестр. Я хотел бы обратить внимание на тот факт, что Дарья сегодня особо здесь гость, потому что она пришла сюда в футболке, на которой мой любимый шеф изображен. А сегодня этот шеф, то есть господин Лавров, встречается с господином президентом Республики Кипр Анастасиадисом. Я хотела бы отметить исторически мое участие в спектакле связано с тем, что приглашение на роль Елены Поповой в опере «Медведь» я как раз таки получила на Кипре во время дня дипломатии, российской дипломатии в феврале. И я очень благодарна за это приглашение Алине Федоровне Радченко и, конечно, нашему послу Станиславу Георгиевичу. Спасибо вам большое. И им. Мы рады пригласить на эту премьеру. Премьеры пройдут 8 и 9 октября. Сначала в Потихино, в Лимассоле, а потом здесь, вот, в Столовой 7-9.